Вот мы находимся на начальном этапе строительства нашего дома. Наконец-то мы это дождались. Мимо этой стройплощадки они теперь ходят с надеждой. Спустя несколько лет многоквартирный дом номер 3 в 3-м Г микрорайоне Балакова наконец-то начали возводить. Всем привет! Так, не замерзли, ничего. Нет, это прекрасный день. В очередной раз встретиться с обманутыми балаковскими дольщиками приехал депутат Государственной Думы Николай Панков. Именно он курирует проблемные дома в городе Атомщиков. И по его инициативе первый из них уже достроили. Люди вселились накануне Нового года. Мы сейчас где? Вот начали работы. Вот здесь, да. Вот здесь начали работы. Да, это вот оттуда с угла. Вот это первые 4 подъезда, первый этап, это 18-й год строится. Строительство очередного долгостроя началось в начале марта. Сейчас делают свайное поле, работает строительная техника. По словам главы Балаковского района Александра Соловьева, первые 4 секции здания будут сданы уже в этом году, остальные в следующем. В мае начнется строительство первого этажа. Вот мы с вами уже и с коллегами, с председателями ЖСК уже давно по поручению Вячеслава Викторовича работаем по и пытаемся сдавать жилье, но увидели очень много махинаций в этих вопросах, понимаете? Когда уже на этих вещах люди паразитируют, когда набрали квартир большое количество, когда заняли участки для того, чтобы не строить, хотя сами являются обманутыми дольщиками, понимаете? Николай Панков предложил получить от застройщика график, в котором бы были четко прописаны все сроки. Так людям будет проще контролировать ход строительных работ. Кроме того, депутат Госдумы посоветовал наращивать темпы и не тянуть с возведением дома. Ведь своих квартир многие ждут уже не один год. И только по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки. Нина Цапайкина, Евгений Левин, Саратов 24.